Ну что, ребят, давайте улучшать наш паб. Давайте расскажу, что у нас поменялось. Я немножечко сделал перестановку, как вы видите. Сделал вот здесь отдельную зону для... для романтика, ну ладно. Если что, как говорится, вы этого не видели. Вот здесь немножечко отделил нам зону, чтобы мы не могли здесь отдыхать. У нас тут, получается, летают два официанта. Ну, вы помните, да, в прошлой серии мы здесь улучшили. У нас теперь ромашка и на кухне, получается, и в зале. Но сейчас, когда мы улучшим наш паб с вами, то, по идее, у нас добавится еще один новый, так сказать, человек, не знаю, новая фея, которая будет нам с вами помогать. И плюс... если не ошибаюсь, там было написано, что будут новые, новые посетители, то есть элита. Так что давайте смотреть, давай мы сейчас вот водички добавим. Я, как вы видите, 3000 насобирал, потому что я сейчас косарик сразу же потрачу на улучшение. У нас косарик это будет стоить, и плюс нужно будет вот нанять фею за 200. Давайте таверну улучшаем за косарик и смотрим, что нас ждет. Видите, новое заведение, новое здание у нас. Тут у нас будет с вами сидеть элита. Идемте посмотрим, а потом уже закупим все остальное. Вот тут у нас сейчас будет сыр продаваться, здесь вино, а сюда нужно будет закупить столики. Но перед тем, как это сделать, вот, знатные клиенты, вы стали настолько популярны, что теперь к вам будут приходить знатные клиенты. Их нужно обслуживать в отдельном помещении со знатной мебелью. Для этого у вас теперь есть зал для знати. Они хотят более дорогую еду, но и платят больше. Ага, вот они все придирчивые и бла-бла-бла. Поехали. И я там посмотрел, у нас... не помню, на каком уровне. На каком уровне? По-моему, на 8-м. Найм помощников. Где-то у нас тут появится... фея-бармен, если не ошибаюсь. Фея-помощник, мойка. Я помню, что где-то здесь, типа, должна появиться фея-бармена. Где она только? На каком уровне из этих? Вот это я не помню. Таверна 8. Найм помощника, новый поднос. Фея-помощник. Вот. Новая профессия для феи — бармен. То есть мы сможем с вами поставить на бар одну фею. Но это будет на 8 уровне, это будет стоить 1300. Так что давайте фею помощника за 200. Сырная полка, вино, доставка, ресурсы. Ага, погоди, ресурсы, ресурсы, не туда. Доставка, мебель, дорогая мебель. Вот такую штуку закажем и вот такую. За 250. Все, давай одну феечку мы с тобой отправим на кухню. Добавим корма ей. Все, отлично. Она у нас будет на кухне у нас готовить. Нужно будет чисто дрова потом подкидывать и водичку приносить. Давай дрова позакидываем. Они все равно сюда не ходят, нам придется это делать. Хорошо, раз. И два. Знаешь, что меня напрягает в таких вот играх? То, что я не могу назначить кого-то в роли администратора, чтобы он следил за закупками. То есть, к примеру, я поставил там галочку на, если товара осталось у меня там 12 единиц чего-то, то заказывай там 25, да, ну, образно говоря. А здесь, к сожалению, такого нету. И ни в одной игре я такого не видел. Может, если вы знаете такую игрушку, то подскажите мне, пожалуйста. Так, давайте поубираем. Да. И феи-уборщицы у нас тоже нету. Нам в любом случае придется самим следить за чистотой в нашем заведении. А вот это вот плохо. Так, у нас тут кто-то психанул. Давай поубираем. И пойдем расставим с вами для элиты мебель. Вот эту вот штуку достать. Давай, наверное, ты встанешь у нас вот тут, да? Так, погоди.
Ага, я застрял. Сори. Сори, но я застрял. Так, вот, у нас здесь будет элита сидеть раз. Потом элита будет у нас сидеть вот здесь вот. Давай повернем вот так. Там были закрытые столики. Да? Так будет, я думаю, красиво. Во. И сюда так же само поставим еще, если сможем сейчас заказать с вами. Сможем же заказать с вами мебель, дорогая мебель, да. Давай, две штуки. Не, отмена. Две штуки таких и... Давай две штуки таких. Возможно, со временем мы сможем расширить вот это вот помещение. Так, мне нужно вино, мне нужен сыр. Нужен сыр, нужен вино. А я заказать не могу, потому что что? Потому что правильно, потому что у нас идет еще доставка. Еще доставка не приехала. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Пиво 32, сосиски 11, 5 мяса. Ага, нужно будет мясо заказать. Нужно будет все позаказывать. Сейчас мы закажем, пока здесь будет доставка у нас там. Давай еще пиво нальем. Мы с вами как раз расставим там мебель. И закажем нам вино. Я жарю. Бармен фея, это, конечно, отлично. Я готов разгрузить себя. Я с этим согласен. Но почему нету феи менеджера какого-то, администратора, чтобы она за этим всем следила? Закупщика. На крайняк закупщика. Погоди. Мне нужно закупку. Так, давай, наверное, вина 20, сыр 20. Сейчас, серьезно. Сейчас. Так, давай сюда 15. Сюда 10. Сюда давай 10. Ага, и тут я не могу, потому что места, да, уже нету. Да, на складе нету места. Отлично, все. Бабусь, давай-ка ты завтра зайдешь, спасибо. Я не против, конечно, помочь, но пока мест занят. Нам там должна элитная элита прийти просто. Божечки. Так, а давай ты выйдешь отсюда. Прошу вас уйти. Уходи, я сказал. Ну хотя бы помылась бы, я не знаю. Ну реально, ну смотри. Чисто селедка с тебя выпадает. Ну до какой степени это надо себя не уважать? Чтоб с тебя рыба выпадала. Так. Угу, мебель. Давай. Тоже вот сюда. Раз. Да, вторая влезет сюда, либо навряд ли. Не, навряд ли, да? Ну да, она будет некрасиво. Тогда давай вот сюда. Вот так вот, да? И вот такие вот штуки. Ну, проходи. Как в сталкере, помнишь? Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Так, а куда бы тебя разместить бы? Так, чтобы ты гармонично смотрелся. Толик. Ну, ты ж тут не будешь, да, смотреться вообще никаким образом? Ну да. Возможно, когда мы... будем улучшать дальше, оно все расширится. И будет расширение, и мы сможем туда поставить. Но пока здесь оно не... Ну реально нигде не свистит. Можно, конечно, сюда попробовать поставить. Давай попробуем переставить его. Вот сюда, вот так, к примеру. И куда-то сюда. Столик. Ну не, я буду загораживать проход. А тут ты никак не встанешь. Хотя встанешь.
Вот так вот. Да? О, смотри, красиво ж вроде. Вроде красиво. Может, тогда мы сделаем вот так вот, перевернем. Как вам такая идейка? Вот так вот, раз, и сюда вот так вот, два. Так, стопе. И так вот, два, к примеру, и они так сюда будут заходить. А здесь у нее будут столики. Не, вот это вот не свистит здесь вообще. От слова забей. Ладно, иди в инвентарь. Все. Там, по идее, вино и сыр проехал. Давай разоружать. Так, иди сюда. Печки наши отдыхают, да? Пиво есть, все вроде есть. Так. А, то есть ты займешься, да, сыром? Да, а я тогда займусь своим вином. Сейчас посмотрим, сколько это нам все принесет. Баблосиков. Так, я не помню, сколько у нас денежек осталось. Нужно будет еще что-то заказать. Хорошо, что оно не портится, да? Что мы можем так поналивать. Все, да, отлично, ты тут сыр нарезал. Здесь пройдем почистить, если что. Ну, в принципе, должны. Да, если будет грязно, мы можем пройти. Ну, серьезно, сюда больше ничего не свистит. Давай тут смотреть. Угу. Здесь у нас грязно. Давай посмотрим по поводу улучшений. Тут мы все сделали. 1300 надо будет насобирать. Помощник, бармен. Блин, хочу себе фею бармена. А мне надо 1300. Сколько? 27, 18. Суп есть у нас? 10. Мясо тоже есть. В принципе, все есть, да? А, у тебя водички нету. А что ж ты молчишь? Блин, хоть бы где-то справа сверху давали знак, что Арчи, там вода закончилась у феи. Нужно принести. Мне нужно пойти сейчас толчок почистить. Давай. Так, раз. Два. Хорошо. То есть то, что туалет грязный, ты показываешь, а то, что у людей закончилось что-то, к примеру, там водичка, либо еще что-нибудь, ты не показываешь. Блин, вот это вот засранцы не могут, да, нормально пройти, чтобы не наследить меня здесь. Так, что у нас здесь? Есть посетители? Или никого нету? Ага, вы нямаете, да, я смотрю? Ну и что, как вам? Бля, какое платьечко. Можешь, пусть граф уходит, а ты побудешь со мной? Да, стоит? Ну куда ты? Ну погоди, ну не уходи. Не уходи, зайчик. Падла, блин. Не получил. А, все, и вторая пришла. Понял, хорошо. Так, ребят, заведение закрыто. Что это у нас? Суп. Нужно, чтобы она еще супа наделала нам. Отлично. Давай, готовь. Только сейчас я тебе водичку принесу. Чтоб суп уже был. Во-первых, на всякий пожарный случай. А во-вторых, то, что она будет прокачивать себе навык кулинарии. На, давай, готовь. Так, фиалка. У нас повар-фиалка. Понял. Ага, дров нету у фиалочки. Хорошо, не проблема. Сейчас нарубим. Сейчас нарубим, либо наколем.
Как правильно, нарубить дрова, либо наколоть дрова? Так, на, готовь. Здесь тоже дров нету, да? Ну там, по-моему, у тебя и стейков очень много. Не знаю, нужны тебе дрова там, не нужны? Так, хорошо. Блин, может получится в этой серии сделать себе этот, как его... улучшение за 1300. Как думаете? Давайте немножко подождем. Секундочку. Может, реально в этой серии получится нам с вами сделать улучшение и поставить на бар людей. Хотя они фенечки. И они все феечки. Все, ребят, я тут. Давай смотри, что тебе. Давайте колбасу дам. Давай супа. Супа, во, как раз освободим с вами этот, как его, наш поднос, либо разнос. Тоже тут кому как удобно. Ага, я думал, стратил, думаю. Думал, придется выбрасывать. Думал, придется выбрасывать. Но не. Повезло. Так, 20, 18 здесь есть. А оно сколько стоит, оно, напомни мне... 1350. И плюс еще нужно, короче, нужна полторушка, чтобы точно все улучшить. Ну, чтобы нанять фею бармена и уже расслабиться, как говорится, и получать удовольствие. Но и тоже, а будет ли нам дополнительным будет. Так, найм помощников, новые события, уникальные гости, новая декорация, новая мебель, новые клиенты, расширение таверны, доставка, мебель, дорогая мебель, железная мебель. Не, ну железная мебель это для простых таких челиков. А я сюда могу ее поставить, как думаете? А ну давай посмотрим, могу ли сюда дорогую мебель поставить. К сожалению, нет. Прикинь. Я могу ее ставить чисто только... Ну да, неправильная комната. Увы, я могу ее только здесь ставить. Блин, я могу, конечно, сделать его так вот. Как думаешь? Нет, опять же, мой перфекционизм внутри меня просто плачет... горькими слезами, да? Ты винишко хочешь? Хорошо, на тебе винишко. Потому что официанточки не успевают у меня. И сыр. Так, все. Отлично. Нормально. Нормально. Да, можно, конечно, убрать с кухни кого-то и потом просто переназначать.
Но тоже хочется, знаешь, чтобы каждый был на своем рабочем месте и не бегать потом, не париться. Просто в чем фишка игры? Вот я сейчас покажу. Сейчас только подзаметаем немножко. Просто когда наши с вами сотрудники получают опыт, вот он, 5-й и 6-й, видишь? Ромашка, вот 6-й уровень, где чашечка? Это она официантка, а 5-й это повар. И когда проходит время, она просто теряет этот опыт. Ну, то есть, если она долго не работает на чем-то, то она теряет потом опыт. Так, 1245, хорошо, мне нужно 1500. Нужно 1500. Божечки, как же я выведу эти пятна с этого стола? Кто мне скажет? Тем более после вина. Так, тебе нужно... О, 1400 есть, все, отлично. Сейчас пока наберем водички. Я думаю, мы с вами 1500 получим. И улучшим с вами до... Да-да-да-да-да-да. Что ты хочешь? Ты супа хочешь, да? Давай, на супа, на супа. Супик, супик, супик. Держи. Держи. Все, дальше сами разбирайтесь. Мы сможем с вами улучшить. Давай, заходим. Улучшение. Это верно, 8-й. А, я не могу, ребят, потому что мне нужно продать 5 сыра и 10 вина. И только тогда мы с вами улучшим. Хорошо. Держи. Я понимаю, конечно, может тебе... Ты серьезно? Ты мне прям на ухо рыгнул. Ты, в принципе, нормальный, слышь? Я, то есть, для тебя стараюсь, готовлю, а ты вот это, да, со мной так? Ля ты, быдло! Срочный заказ, вип, вип, колбаски. На, держи. Хорошо, это держим. Что по поводу пива? 18 есть, суп порция, 10 порций. Нужно будет еще, наверное, сейчас дров подкинуть. И сварить еще десяточку, наверное. Потому что эта 1500 сейчас уйдет быстро, денежек. А потом нужно будет с чего-то закупку делать. Дай сюда. Вот так вот. И давай сюда. Все, отлично. Все. Так, феечки, я за водичкой. Где наша водичка? Вот наша водичка. Блин, или просто подождать уже. Ну хотя... Хотя хочу бармена себе в заведение. Реально хочу сюда бармена, чтобы я не парился по поводу напитков вообще. То есть даже, к примеру, если здесь сейчас закончится у нас еда, они спокойно летят сюда, вот. Они берут отсюда заказ. То есть, видите, мяса у нас много. Реально, мяса много. Колбасы тоже у нас хватает. А вот за пивом следить нету кому, ну, то есть наливать. Слышь, быдло. А ну, иди-ка ты сюда. Падла, ты кого тут? Ага. Ты у кого тут стулья разбрасываешь? Ты чё, быканул или что? Быдло. Не люблю таких. Эти еще здесь элита. Что ты элиты грязи, что от обычных посетителей грязи? Такими быть. Блин, вина у нас мало досталось. Надо будет, наверное, еще бочечку заказать себе. Да, идемте на 200 монеточек себе что-то позаказываем. 1500 оставим. Доставка. Давай 10. Вот так вот. Вот так вот. 270, да?
Угу. 285, да. Давай вот так вот. Сделаем. Блин, мне продать еще два сыра нужно. Вот. Отлично. Один сыр здесь, вино сюда. Хорошо. Вот и доставка, да, по-моему? Вот и закупка. Вот, по-моему, и закупка. Шикарно. Так, дай мне сюда. Все, отлично. Теперь вроде все есть. Да, но здесь... Здесь-то у нас все нормально. Заведение вроде процветает. А вот соседнее вот это нужно будет сейчас раскручивать. Мне нужно продать еще один сыр. Вот ты, зайчик, где. Хорошо, на. Держи. По поводу вина. Давай нальем еще чуть-чуть. Мне интересно, а бармен будет у нас наливать вино? Ну, по идее, да. Правильно? Идем смотреть, идем улучшаться. Идем улучшаться. А что не так? Продайте эль и продайте колбасу. Ай, блин. Мне нужно продать 30 эля и продать 30 колбасы. Тогда у меня будет чисто улучшение. А по-другому я никак не сделаю. Там еще и рыгнул кто-то мне в ухо. Блин, печалька. А ну сейчас, секундочку. Секундочку. Я даже не знаю. Возможно, придется опять ждать. И в следующей серии уже делать улучшения. А это, возможно, будет вот такая вот коротенькая на полчасика. Давайте я помогу. Наверное, это будет у нас коротенько, ребят. Потому что, ну реально, мы пока мисс продадим 30 колбасы. И 30 всего. Это будет очень долго и нудно. Я, конечно, постараюсь сейчас немножечко помочь нашим феям. Ну, не. Не, все равно не получится. Да, плюс в следующей серии я еще благодаря этому насобираю. Сколько мне нужно? Так, 200, 400, 900, новый поднос на 3, 1000, 2, короче, 3 кассера нужно будет насобирать. Почему 3? Из-за того, что плюс еще мне закупка нужно будет сделать вот эту вот закупку, все, овощи, мясо. Плюс феи мои тоже неплохо так нямают, как вы заметили, уже по 3 порции. Так что да, нужно будет насобирать 3 косаря. И тогда уже улучшать. Просто чтобы было у нас еще денежка на закупку, потому что если я потрачу, мне потом очень долго и нудно будет это все закупать. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Да, вот такая короткая серия, я ж не знал, что нужно будет реально выполнять вот такие вот задачки. Думал, сегодня прокачаемся побольше, но увы и ах. Так что все, всем спасибо за просмотр и до новой серии. От новой уже с вами улучшимся. До таверны наймем себе помощника, бармена. Плюс две феи-помощники и плюс фея-бармен. То есть мы одну фею отправим на бар, чтобы она здесь на баре работала. А одну отправим в зал. И у нас будет с вами в зале три феи. Плюс одна у нас посуду моет, вторая готовит. Отлично. Я думаю, в принципе, да, неплохо. Согласны? Будет немножечко полегче. Мне нужно будет просто следить за водой. Следить за закупкой. Ну, даже если, к примеру, я и не услежу за этим всем, в принципе, ничего страшного не будет. Просто закуплюсь, подожду, и дальше уже они начнут готовить. Все, еще раз всем пока-пока и до потом.